такое говорить? Тося! Ну, в общем, я раньше все думала, как-то люди целуются. Им же, наверное, носы должны мешать. Теперь вижу, не мешают. Детский сад. Ну что, не мешают? Не мешают. Ну. Только не сдавайся. А то знаешь, как мальчишки своего от девчонки добьются и ходят потом петухами. А нам это обидно. Я тебя больше никогда не обижу, Тось. Тось, ну чего ты? Да я про батю вспомнила. Ты знаешь, мне когда хорошо, я все время его вспоминаю. Думаю, не дожил, не радуется вместе со мной. Он же только знал, что у него ребенок будет. Даже не знал, мальчик или девочка. На фронте погиб. Даже не знал, что я родилась. Илюш, ты не обижайся, я пойду. Хорошо, только поцелуй меня на прощание. Давай в другой раз, а? Ну, то что ж, мы сегодня все переделаем, на завтра ничего не останется. Thank you.
Витя.